Мошенники обманули пенсионерку более чем на 500 000 рублей. В дежурную часть полиции обратилась жительница Первоуральска с заявлением о краже крупной суммы денег. У ее 83-летней родственницы, которой на стационарный телефон позвонила неизвестная, представившись сотрудницей правоохранительных органов. В ходе телефонной беседы женщина пояснила, что ее родственница попала в ДТП. И для лечения и избежания уголовной ответственности необходимо передать денежные средства для прекращения разбирательства. За вознаграждением злоумышленница пришла к пенсионерке домой. Пожилая женщина отдала все накопленные денежные средства, всего 650 тысяч рублей. И только потом позвонила своей племяннице выяснить, все ли в порядке. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего и просят первоуральцев не терять бдительности. В случае поступления подобных звонков стоит прекратить разговор с неизвестными, позвонить родственнику, убедиться, что с ним ничего не случилось, а затем обратиться в полицию.